Почему мужчины живут меньше женщин? Одна из причин. Потому что мужчины расходуют в течение своей жизни миллиарды половых клеток. А женщины одно в месяц, 350, 500, за весь фертильный период. Мужчины живут меньше, если они не придерживаются никаких правил, регулируемой половой жизни. Расход половых клеток ускоряет их старение и уменьшает продолжительность жизни. Бесконечно продлить жизнь мы не можем, однако можем сократить. А здесь уже вопрос осознанности каждого.